Здравствуйте, с вами магазин База Автозвука. Сегодня у нас на обзоре магнитола GVC, моделька KD-R561. Давайте приступим к комплектации. В комплекте идет кабель питания, ключи для снятия магнитолы, оригинальный гарантийный талон, инструкция на украинском и русском языке, и магнитола. Рассмотрим поближе магнитолу. Сверху, как мы видим, наклеена наклейка с информацией о магнитоле, название модели, серийный номер и дата изготовления. Также сверху на магнитоле одета шахта, так что для монтажа в автомобиле отдельно ничего не нужно докупать, все идет в комплекте. По разъемам. Сзади находится антенный разъем, пара линейных выходов, предохранитель на 10 ампер и разъем для подключения провода питания. Передняя панель съемная, снимается очень легко. Под передней панелью находится кнопочка RSA для перезагрузки магнитолы. На передней панели также находятся кнопки управления и регулировки, дисплей, разъем под CD-диски, под заглушкой разъем USB и чуть ниже разъем AUX. В магнитоле используются 4 режима. Это режим радио, режим проигрывания CD-дисков, режим USB и режим AUX. В режиме USB при проигрывании треков их можно переключать, также листать папки, включать случайное воспроизведение и воспроизведение по кругу. Отдельно видим, выведена кнопочка управления эквалайзером, очень удобно. В режиме радио доступно 3 диапазона, FM1, FM2, FM3. В каждом из них можно делать память до 6 станций. Как мы видим, подсветка сменная, можно выставить под любой цвет. Также давайте посмотрим, какие еще настройки можно сделать в магнитоле. We'll be right back.